познакомились с Варгоном, с лидером и вокалистом коллектива «Нактурного мора». Ну, хотел задать вопрос. Я знаю, что драмер ваш попал в аварию, и вам пришлось подготовить нового барабанщика. Как вообще игралось с новым драмером? Не возникало ли каких-то проблем? Непривычно, но Эрик справился очень хорошо. Очень доволен, потому что мало кто, наверное, у нас в Украине смог бы за короткий период времени сделать очень подобное. Да, мне очень даже самому понравилось, очень ритмично, так все четко, прям он все за барабан заиграл. Мой брат сказал, подожди, да что, поменяли барабан, что ли? Да, вот. Молодец. А что с вашим драмером, как он сейчас? Поправляется, поправку была, то есть, он чудом как бы выжил, даже можно сказать. То есть, говорят, то, что соблюдал скорость нормальную, поэтому и выжил. Потому что у него лобовая, можно сказать, была. Кошмар. Ну, я думаю, что от лица МХМ ТВ, от всех металлистов, мы пожелаем ему, чтобы он скорее выздоравливал, но вернемся к Nocturnal Mortem. Nocturnal Mortem планирует какие-то выпускать новые альбомы? Какие вообще планы у вас коллектива? Сейчас мы работаем над новым альбомом, уже который год, кстати, да. Он как бы должен был вообще выйти в прошлом году. Но так как ряда причин, сами знаете, каких, но не будем рассказывать. Собственно, у нас не до музыки было. Оно был отложен на неопределенное время. То есть, ну это как, что это значит? Мы все равно работаем, продолжаем. То есть каждую неделю что-то добавляется, что-то новое. Благодаря этому, может быть, даже потому что так получилось, что отложили, записали еще часть песен, поэтому в скором времени выпустим миньон, такой небольшой мини-альбом, который будет эксклюзивные вещи включать. Да. Также работаем, ну, там еще интересные вещи всякие, ну, другие пускай. Сегодняшняя концепция, да и в принципе все знают в нашей стране, что Nocturnal Mortem одна из самых известных и самых сильных украинских коллективов. В частности, которые работают в стиле black metal. А насколько много предложений из-за рубежа для коллектива? Есть ли возможность увидеть коллектив в Европе, где-то в фестивалях, может быть, европейских? Ну, да, у нас много очень предложений есть. Мы, правда, не все принимаем, опять же, из-за того, что я, например, рассматриваю свое выступление, то как бы свое удовольствие. Это никому не бизнес для нас там и так далее. Поэтому я не все принимаю, только самые интересные для меня предложения. Также есть некоторые проблемы, конечно, с выступлением, но это другой разговор. Ну, мы там играем. В этом году, кстати, запланировано очень много фестивалей, концертов. Уже там без работы не остаемся. Да, я тоже вижу, в принципе, коллектив развивается. Я несколько раз видел Nocturnal Mortem, мне понравился очень сегодняшний концерт, был отличный звук. А как вокалисту, тебе нормально было на сцене, комфортно? Да, кстати, как ни странно, да. Все очень отлично получилось. Я, то есть, по вокалу вообще вопросов нету. Да, когда-то я был на концерте на Nocturnal Mortem несколько лет назад, и там был больше состав. Там было, по-моему, если ошибаюсь, две клавиши. Один из клавишек играл на скрипке. Сейчас я смотрю более вариант, более такой сухой состав, но очень чистенько все звучит. Почему именно такую форму запланировано? Или это... Нет, не запланировано, это просто так получилось. У нас просто люди меняются, уходят. Кому-то что-то неинтересно, а кому-то, ну, как бы саму жизнь оставляешь сильнейшим. Ну, в этом смысле слово. Я понимаю, да, я не считаю, что люди, которые ушли, не имеют какого-то... У нас со всеми хорошие отношения остались с людьми. Мы поддерживаем отношения, как семья. Дальше продолжаем. Просто кому-то уже не нужно. Я смотрю, что, в принципе, благодвижение на Украине не умирает. Nocturnal Mortem является естественным лидером. Но кого ты бы еще выделил из украинских коллективов black metal, которые действительно могли бы обратить внимание люди... Многие обратили. Уже как бы с Украины известны группы. Как бы молодежь я не знаю, на самом деле, не могу никого порекомендовать. А из старых наших коллективов они так известны, на самом деле, западные. Это Метадрут, это Хорс, то есть группы, то есть, ну, что это? Какая твоя любимая? Люцифрон, примерно. Что, какая тебе больше всего нравится? Крода, кстати. Вот та, которую я сказал бы, вот это моя любимая просто. Не обязательно, что кому-то нравится, не нравится, но вот тебе что нравится. Из наших? Да, из наших коллективов, которые можно было бы сказать, это моя любимая. Вот. Мне всем нравится. Я и Хорс, и Друт люблю очень, и Хитфорест старый очень уважаю. Ну как бы старый, ну только и старый есть, в принципе, ну Хитфорест, с которым вместе росли, которые вместе делали дуплук. То есть я эти вещи, которые всегда буду хранить, ну понимаешь, какая ситуация, оно как часть моей жизни все это делает. Поэтому я не могу его отвернуть, оно все равно будет любимым, я от него не убегу никуда. Ты знаешь, не так давно я был такой парень, он в принципе со всеми музыкантами известными разговаривал, и он пытался сделать типа фильма о Украине, о украинском вообще метале. И он говорит, что ты достаточно так бодро критиковал вообще многие движения украинские, именно что многие вещи, которые можно было бы реализовать
очень тяжело сделать в нашей стране. Почему так? Критиковал в плане вещи. Ну, то есть критиковал в каком плане? То, что тяжело очень, сталкиваешься постоянно с какими-то недоработками в плане организационными, еще какими-то, Да. И вот, и это не дает развиться, в принципе, металлу. Вот, металлу, я считаю, не дается не это развиться. Но прежде всего, нашему металлу, да? Украинскому. Да, да не только украинскому, всему, ну, что вокруг нас. Совку. Надо разрешить что совок первое, это самое главное. А просто работать и делать вещи, понимаешь? И прекратить соревнования. Да, соревнования. У нас все соревнования. У нас, например, я помню с самого детства это моего. Каждый смотрит и думает, где кто облажался, а там кто. Знаешь, это мы не спорт. А когда в свое время на Тюрьму Муртом ушел со сцены, андеграунд свой сделали. Мы же тогда в свое время сделали весь блок метал, андеграунд свой. Мы не играли, и только свои круги были. Вот тогда я, это было показатель того, что как там. Мы все группы, заметьте, все с того круга, все выпустили. Да. Ну да, я вижу. И мы никогда не копировали, главное. У нас был своя стиль, свой дух, который, собственно говоря, ну, вся наша земля этим пропитана. Начиная от мистицизма, заканчивая даже там религиозными какими-то вещами, духовными и так далее. То есть это надо все учитывать. Было раньше, изначально, а не быть копирочкой какой-то там и так далее. Что, в принципе, в свое время все. Но группа одна играла типа Ганнибал Корпс, другая типа Каркас, четвертый. Ну да, да, какая-то тенденция. И надо было заниматься, как бы самое главное, это как я многим говорил, надо всегда было выбиваться, не создавать свой андеграунд в нашей области, скажем, металла, да, а быть частью андеграунда мирового. То да, есть там, то есть, как бы границы нет для музыки, нет границы для распространения и так далее. То есть это все для общения. Я в свое время имел переписку очень серьезную. То есть я все эти кассетки писал, распространял, раскидывал. У нас очень много друзей. Это была альтернатива этому мейнстриму всему. И благодаря этому многие выходили. Вот, то есть сегодня, например, многие группы там очень известные уже стали на Западе, которые раньше мы. Это очень важный момент. Ну, оставим музыкальные дела, давай обратимся к твоему инструменту. Ты играешь на очень уникальной гитаре, которая, я не знаю, что это за гитара, но вот я хотел бы, я думаю, большинство людей в зале смотрели и думали, что же это за гитара? Расскажи про себя, потому что я знаю, ты эндорсер является. Да, эндорсер гитара, это гитара румынского мастера, который... Трахует? Да, да. Короче, чем она хороша? То, что европейских гитар, например, там Ран, там еще какие-то, мало кто согласится выполнить, например, под заказ даже формы. Вот, сейчас имеется какие-то стенанты. То есть оно, да, там вплоть до размера грифа и так далее. Это фирма у нас Гроссман. Вот. Я считаю, что на данном этапе, конечно, мне она устраивает, скажем так. Гитарка выглядит очень бодро, но ты говоришь, что у тебя их несколько гитар. Одинаково сделано. Отличается или не абсолютно? Чуть-чуть там отличается, но я специально делал две одинаковые для того, чтобы не чувствовать дискомфорта, меняя на концерте, например, одну гитару. А остальные музыканты используют тоже эти инструменты? Или они нет, кто на чем играет. В общем, как-то вот одни там используют Music Man, другие там, ну, то есть, ну, все, что же есть. Да, понятно. В принципе, да, что у нас, к сожалению, еще и пощупать даже многие гитары. Да, я сейчас просто назову с гитарами в Украине проблемы. Судя по концерту, я смотрю, люди имеют да, в принципе, хотел спросить пару вопросов про атрибутику. Какой-то смысл несет? Конечно, да. Что-то вкладываете это, конкретно? Это вот как раз, думаю, что с новым альбомом «Истина» там как раз раскроется на это все. Просто там это у нас все, что есть, смена логотипа, смена всего антуража, смена всего. Логотипа, это все следует логично, от того, что мы немного поменялись сами. Мы сами стали немножко другими. То есть я многим сказал, скорее всего, все в том ключе, о котором говорил до этого. И это очередной этап моей жизни. То есть я ищу себя, ищу, ну, копаюсь в глубинах нашей истории, там далее, дохожу до каких-то вещей. Ну, вот он часть того всего, очень важные вещи, которые сопутствуют этому всему. То есть, ну, как бы, я не буду сейчас залазить вперед, потому что это все будет потом, наверное, как в интервью, когда все выйдет альбом, потому что это... Простому фэну Тюрьма Муртом, куда ему стоит заходить, чтобы узнать больше о творчестве группы? Сайт, Фейсбук? Ну, сайт, Фейсбук. Может ли, например, тебе просто написать на Фейсбуке, сказать там, Евгений, привет. Нет, я всегда попытаюсь как бы, ну, отвечать на Фейсбуке, но не всегда это выходит, потому что очень много. Ну какой-то ресурс вот можно было бы порекомендовать, например, сайт. Ну, сайт, ну да, ну шут, как все. С официальной информацией на сайте. Ну, да. То есть, у нас по непонятным информация. У нас как, если что-то вышло, то вышло.
Ясно. Если нет, то нет. Вот принципе, это такая щипосуха и тоже по делу. Так получилось, что, в принципе, этот концерт совпал с достаточно трагической датой для, в истории нашей страны. Это годовщина расстрела людей на Майдане. Я думаю, что вся страна переживает, сочувствует. Какие твои ощущения в связи с тем, что произошло с нашими людьми? Скажу самую главную вещь. Вот эти дни в прошлом году, они полностью изменили мою жизнь, жизнь моих близких. Почему? Я пересмотрел, вот знаешь, как с болью ломаются старые устои, знаешь, это было, как кость. Вот я думал, что мир построен так, а он построен по-другому, как оказалось. И вещи, которые главнее, чем, даже не знаю, даже чем жить, чем все, они просто были рядом, понимаешь? А мы просто не замечали. И я рад, в принципе, с одной стороны, печаль сердца разрывает за эти вещи. Но я рад, что так получилось. Получилось именно это событие, которое смогло сдвинуть этот пласт, ну, который закостенел, он также лопнул. Понимаешь? И он должен был лопнуть с болью, я считаю. И я хочу поблагодарить ребятам, которые положили свою жизнь. Сказать им, что вечная память им. И скажу, что встретимся в Алхаре. Спасибо, ребята. Я тебя скажу, мне концерт очень понравился. Было очень живо. Я не переживаю, начиная насчет количества людей, много-мало, для меня значения не имеет. Мне главное было сделать как организатору хорошую вечеринку. Надеюсь, что он тоже понравился. Мне тоже очень понравился, потому что очень все профессионально. Это одна из лидирующих коллективов в нашей стране. Я желаю от всей души вам, чтобы вы продвигались и стали настоящим украинским брендом, который будет известен во всем. Спасибо огромное. Я желаю фестивалю того же самого. Спасибо. Потому что фестиваль тоже должен набирать обороты. Потому что сейчас очень ситуация сложная для многих людей и для многих там начинаний, как скажем, начиная даже какие-то бизнесы просто, и просто даже продолжать работу, которая уже накатана тяжело. Поэтому надо иметь больше сил. Иметь сил для борьбы, надо отстоять нашу страну, надо, короче, поддержать армию, надо всем, если нужно будет воевать, надо идти воевать. Вот если что. То есть мы так и поступим, как на Тюма Морда, как все остальные. Я вам это клянусь, обещаю всем сердцем. Ну что сказать, это было последнее наш на сегодняшний день интервью с Варботом, лидером и вокалистом группы Nocturnal Mortem. Ребята, оставайтесь с нами, приходите на МХМ, смотрите наши выпуски. Я думаю, что мы прорвемся, обязательно добьемся того, чего мы хотим все. Оставайтесь с нами всегда.
все радиаторы.